Ребята, идите сюда с фонариком. Пойдем сюда. 15 гаражей вскрыли. Ребят, привет. Мы едем на очередную акцию по поиску угнанных автомобилей. Также будет автоохота. В принципе, все как обычно, но сегодня к нам присоединятся сотрудники ГИБДД и МВД. Полицейские вместе с файндерами и неравнодушными гражданами будут ходить по кварталам в поисках угнанных автомобилей и будут проверять их на угон. Такие акции мы стараемся проводить как можно чаще, и все дошло до того, что полиция сама хочет участвовать в подобных движениях. И все говорят, что полиция машины не ищет. Полиция будет искать машины вместе с нами, и я считаю, что это очень крутое сотрудничество. Зачастую ставят госномер от такого же автомобиля, соответствующего по цвету, по году выпуска, чтобы так называемые файндеры, те, кто ищет машины или обращают внимание, граждане, которые обращают внимание, не заподозрили. Вы скачиваете приложение. Дальше в приложении там есть кнопка «Добавить, сообщить об авто». Когда вы на нее нажимаете, появляются иконки, где вы выбираете город, местоположение, нажимая на геопозицию. Здесь можно добавить, получается, прям место, где вы находитесь. Для мотивации мы назначаем премию в 30 тысяч рублей тому, кто найдет угнанный автомобиль. Сейчас первая шеренга 3 шага, вторая 1 шаг. Сейчас вам раздают сектора, зоны вашей ответственности. Делимся таким образом. По 2 человека. Сейчас каждый получит свой сектор, в котором будет искать машины. Все заявки и фотографии будут отправляться в ГИБДД. Там будет сидеть наш файндер вместе с полицейскими и проверять эти заявки. Все файндеры, сотрудники полиции разделились по секторам и уже разъехались, поэтому мы тоже садимся в автомобиль и едем смотреть, как они ищут машины, и тоже что-нибудь сейчас поищем. Погнали, ребят! Мы сейчас подъезжаем к сектору, где ребята ищут машины, и посмотрим, как они это делают. Там два полицейских и наш файндер Марсель. Вот они мне скинули геопозицию. Вот они. Вот они проверяют машинки. Ребят, ну как у вас дела? Ну так, ищем. Сейчас вот это исследуем, только приехали. Пока ничего не нашли. Кстати, вот ребята проверяют машины, и часто такое происходит, что подходят люди, которые живут во дворах, или там, ну, сотрудники какие-то полиции, например, тоже там смотрят, кто-то шарится возле машины, они там волнуются, начинают спрашивать, что вы тут делаете. И вот в этот момент, если у вас будет удостоверение, вот у меня есть, файндера, у тебя тоже есть? Смотри-ка, у него тоже есть. Все наши активные файндеры получают такое вот удостоверение. И, показав это удостоверение, полицейские как бы, ну, отстают от вас. И люди, которые живут в этих домах, тоже как бы понимают, что вы не просто какой-то там нарколыга. Но, конечно, его можно получить только если вы активный файндер, находите машины. Поэтому давайте с нами. А если вы нарколыга? А если вы нарколыга? Может быть, давайте проверим эту машину? Кстати, вот как проверять машины? Открываем приложение, сообщить об авто нажимаем. Нажимаете вот на геопозицию, и оно сразу дает адрес. Сюда добавляем фотографию, сфотографировать. Так. И нажимаем просто отправить. Ну-ка. Все, спасибо, ваш запрос успешно отправлен модератору. И сейчас наш файндер, который находится там в полиции, пробьет эту машину. Вон, смотри, какая подозрительная. Вот это? Госномер плохо закреплен. Я ее уже отправил. Ну, проверь. Почему она подозрительная? Ну, в этой, мне кажется, нет ничего подозрительного в машине. Пока наши ребята, операторы, снимают работу полицейских, которые инициировали, в принципе, эту акцию, важно показать работу полиции, как они ищут угнанные машины. Мы пока что с Димой тоже ходим и пробиваем подозрительные машины, отправляем нашему файндеру, который сейчас сидит в ГИБДД, вместе с полицией контролирует весь этот процесс. Мы шли, был гараж, без замка висел, там висит это. Большой гараж, там реально здоровый. Ты не вырывай еще. Забой вставил. Не ломай. Здесь заросли, здесь давно точно сюда никто не лазил, и тем более сюда не ставили автомобиль.
сейчас 7 часов вечера, и я думаю, уже никто не планировал найти машину. Все собирались уже по домам расходиться. Большинство файндеров и полиции написало в общий чат, что все, мы уже закругляемся. Мы подтвердили, что да, можно уже расходиться. И вот в этот момент одна из групп нашла угнанный автомобиль. Как нам сказали, там стоит машина с разбитым водительским стеклом. И машина черного цвета Nissan Tiana. Вроде как на своих номерах. Ну, то есть мы еще не прибивали, сейчас будем все выяснять. Вот, все, что нам пока известно, будем выяснять дальше. А скажите, пожалуйста, а что уже известно по данной ситуации? В данный момент место происшествия охраняется. И мы ждем следственно-оперативную группу. Угу. По приезду следственно-оперативной группы будет сделан комплекс мероприятий, который позволит изъять криминалистические следы. Угу. Мы надеемся, что мы их найдем. То есть, как я понимаю, вы просто группы прочесывали территорию и обнаружили гараж. Вот сейчас мы находимся в этом месте. При патрулировании территории курсанты обратили внимание на открытый гараж, не заходя внутрь, заглянули, обнаружили транспортное средство с разбитым стеклом. Ребят, идите сюда с фонариком. Пойдем сюда. М-130, Станислав, Станислав, 178. Есть? А не с Осиновой рощи случайно откуда? Нет? Гаражи, они там справа будут. Выходим, ребят. Пока я пил йогурт, пока мы вообще ожидали какого-либо процесса, это процесс долгий всегда, подъехала Марина. Да. Там, представь, машина, гараж, короче, оказался открытым. Ну, то есть, здесь снял замок, но он просто был, то есть, дернули, и он отпал. То есть, оказалась машина, она с разбитым стеклом. Ну, там уже все рассказали просто. Да, пробили по номерам машину. И она, в общем, сидит в угоне. Nissan Tiana, черного цвета. О, ужас, стрёмно, если честно. Мария, вы заходи туда, сейчас там следим. Я не трогаю, не трогаю. На самом деле, странное ощущение. Страшные какие-то, да? Да, так понимаю, что эта машина была угнана. Это такое прям необычное. Наш файндер Антон, который сидит сейчас в ГИБДД, нашел номер владелицы машины, которую нашли в гараже. И вот сейчас мы ей позвоним. Раз я приехала, продолжу я. Алло. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Марина, я из сообщества поиска угнанных автомобилей. Да. У нас для вас хорошая новость. Полицейские нашли вашу машину. О, здорово. А как быть? Как быть? Приезжать. А, вот владелец. Вы владелец. Я владелец. А ты нашел? Ребята вот. Ребята вот курсанты. А у вас какая-то противоугонная система стояла? Нет, только что одна. Ну, в общем, машину ночью угнали, да, у вас пока вы? Нет, утром. Утром. Как получилось? Помните, как это вот было? Как получилось, как угнали? Ну да, как... Ну, найду, как... спрошу. Где с Приозерки? Наш. Просто вышел, утром не нашел. Вот они тут трогали, они, видимо, пытались до мозгов долезть, потому что они знают, что они где-то там. Ни хрена не получилось, потому что там реально далеко лезть. Попали в салон, разбив окно, потому что они пытались вскрыть замок свертом, но он остался внутри, сломался. Поэтому пришлось вот таким вандальным способом попадать в салон. Ну а дальше уже они, получается, вставили в заводилку, либо с помощью прописи чипа завели автомобиль, либо, что скорее всего, заменили контроллер. Также они перерезали провода сигнализации, чтобы она не орала. Очень странно, что машина осталась на своих родных номерах, и машина, ну, не премиум класса, а ее так вандально угоняли, как будто она была кому-то слишком нужна. Это вызывает, ну, какие-то подозрения для меня. Вот следственно-оперативная группа уже сняла отпечатки. Тут все в этой пыльце, не знаю, как правильно она называется. Вся машина не измазана. А, и, кстати, владелец сказал, что на месте происшествия, ну, где угнали машину, там нашли сверт вроде бы. Да, сверт же сказали? Да, сломанный сверт.
Извините, а вас как зовут? Владимир. Владимир. Утро был. Вы вообще рады, вот, что машину нашли? Да, они в некотором шоке. Или вы как-то так не особо и хотели уже найти ее? Нет, я, конечно, рады. Не, ну, конечно, круто, что нашли. Прям невероятно, что ли? Нет, есть, конечно. Стоит две недели запорошенная пылью, никого не нужно. Две недели стоит? Три почти уже стоит. Два часа почти три недели стоит. Да, удивительно, что они ее поставили в гараж и И что самое интересное, никто ничего не пытался делать. Не звонить, не продавать. А как? А нам же сказали, что кто-то вам звонил, сначала 100 тысяч сказал, а потом 50. Да, там, короче, какой-то был персонаж, который звонил моей знакомой. Переводите, типа, деньги, мы скажем, где стоит. Мол, вот, типа, встреч никаких не будет. Ну, вот. Сомнительно, да, было? Да, ну, там решили просто с ним поприкалываться, просто там говорить, давай поторгуемся. Он такой, в смысле поторгуемся? Вот, там что-то, короче, сказали, что денег нет, но там, типа, есть только 50, ну, типа, они такие, мол, давайте за 50, только давайте быстрее переводить, там что-то, короче, такое стоит. В последнее время такого движения здесь не было, возле этого гаража. Было движение вот, вот за этим гаражом зимой. Львова. Гараж, он уже лет 20 как не ставит машину здесь. Вдруг расчищена поляна, я смотрю, думаю, да кто же это такой? Его давно уже... По-моему, живых нет. А этот умер, дедушка. Его еще в том году очистили полностью. Две недели назад вот два гаража вскрыли. Такие вот эти. Вот этот? Вот этот и тут. Тот, да. Вот видишь, спиленные. Короче, тут практически все гаражи так или иначе пытались взломать или взламывали. Да, 15 гаражей вскрыли. Приехал эвакуатор, уже опустил платформу, сейчас будет пробовать погрузить машину, вытащить ее из гаража. Сняли воротину, положили ее на ямы, которые возле гаража, потому что если этого не сделать было, то машина могла упасть в эти ямы. Сейчас наш эвакуаторщик Егор будет пробовать вытащить, дело это не из легких. Вот он уже подцепил трос, и сейчас вот эта лебедка тащит машину. Смотри на это все дело. Еще интересно, что у машины выкручены колеса, и мы не можем ее завести, чтобы хотя бы даже зажигание включить, чтобы колеса выкрутить и поставить ровно. Вот владельца сажают за руль, чтобы он хотя бы тормозил. Хотя тормозов у нас здесь хватает. Ой, эвакуатор даже едет. Потому что, короче, эта воротина слишком высоко лежит. Ну что, ребят, наша акция уже подошла к концу. И пока машину эвакуируют, я хотела бы сказать огромное спасибо университету МВД за помощь в организации акции, за то, что они так плодотворно в этом поучаствовали, нашли машину. Они большие молодцы. А вам, ребят, хочу сказать, чтобы вы не отчаивались. Если у вас угнали машину, ищите ее, и вы обязательно найдете. Как бы парадоксально это ни звучало. Подписывайтесь на наш канал, скачивайте приложение SpoRF. Проверяйте подозрительные машины в своих дворах, вступайте в ряды файндеров. В общем, берегите себя и свою бричку. Пока! Держи.